Привет, снова с вами канал Инспектор Гаджетов. И сейчас небольшое видео дополнение по поводу моего Bluetooth адаптера для наушников KZ-ZS10. Данный адаптер я приобретал на AliExpress, в принципе, в то время, когда у самой KZ был только обычный стандартный модуль Bluetooth без поддержки aptX. Вот, и мой выбор пал на данный модуль. Есть много его названий, но я брал в магазине, который именует себя Пизен. Пизен, Пизен. В общем, данного магазина на Алихе уже нет. Вот, приобретал за $20. И чем мне этот конкретный модуль понравился? Ну, во-первых, тем, что он, естественно, поддерживает aptX. Он у нас построен на Qualcomm-овском чипе QSR8645. Можете погуглить, посмотреть. Да, там действительно есть поддержка aptX. Это, в принципе, такой довольно распространенный Bluetooth модуль. А сам Bluetooth здесь версии 4.1. Но, кроме того, мне еще понравился здесь встроенный провод. Как видите, это плетенка, и он просто, ну, почти практически копия провода от самих КЗ. То есть, как видите, то же самое, только, ну, на блютузном адаптере, а у самой КЗшки там просто черный провод. Вот, и еще, как видите, у нас в тех местах, где идет крепление для ушей, здесь такая вот гибкая штучка. В общем, очень хорошо на уши крепится, можно гнуть, но принимает такую форму и достаточно хорошо удерживается на ушах. Вот сам модуль такой довольно-таки массивный. Вот все стандартно, есть порт micro USB для зарядки, две кнопочки громкости либо переключения треков, а также кнопка включения, отключения, принятия вызова, а также сопряжения. В общем, ну, как бы все стандартно. Также есть у нас микрофончик, можем и общаться. Два диодика у нас есть, красный и синий. Вот, ну, собственно, все обычно, как у остальных. Единственное, что оно построено на этом самом чипе Qualcomm-овском. Звук здесь меня полностью устраивает. И всем тем, кто хочет перейти на беспровод с хорошим качеством звука, в принципе, рекомендую подобный Bluetooth модуль, либо любой другой, построенный на данном чипе. Поэтому и дешево, и сердито. Вот как-то так. На сим все, спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал, всем пока.